Я думал, с обратным вопросом. Шурбан Бердыев на общение с журналистами пришел в хорошем настроении и удивился, когда первый вопрос был не про его дальнейшую судьбу в клубе, а по предстоящей игре. Во многих СМИ буквально разлетелась информация об уходе главного тренера после сезона. Первое, я не понимаю, откуда это идет, да, но это ладно. Второе, если так и так придется отвечать, если не сегодня, то в конце сезона. Поэтому я начну. Чего началось здесь, это задача. Да? Когда нас приглашали, были поставлены максимальные задачи. Под них приглашались и игроки, и мы в том числе, и под высокие контракты. Потому что на тот период у клуба таких особых проблем не было. Но потом случилось то, что случилось. Но потом в команде начались определенные трудности, и клуб был вынужден идти на оптимизацию. Все это, безусловно, сказывалось на контрактах. Некоторых игроков пришлось отпускать в другие клубы, а кто-то продолжил играть на условиях снижения зарплаты. Здесь вообще в деньгах со стороны тренерского коллектива вообще проблем нету никаких, на понижение и так далее. Но я хотел бы сказать, что вот даже с небольшим бюджетом, да, можно добиваться успеха. Но при условии сплоченного коллектива, вот если брать сегодняшний Арсенал Тула, небольшой бюджет, да, но команда как играет. Тренеру удалось создать коллектив. То же самое было в Ростове, где одной семьей все жили. После 28 туров Рубин находится на 10-й строчке в турнирной таблице. Каких-то сверхзадач в оставшихся поединках нет. Главное – сохранить позитивный настрой внутри команды. Все идет в плановом режиме, как обычно, недельный цикл. Сейчас получилось чуть больше, так что нормально все, в принципе. Последний тур российской премьер-лиги казанцы проведут 26 мая в Краснодаре. На окончании этого матча будет ждать вся спортивная общественность, причем не только в Татарстане. На своей клубной базе футболисты «Рубина» проводят заключительные тренировки. Никакой напряженной атмосферы нет. Информационный поток никак не влияет на подготовительный процесс. До завершения российского чемпионата осталось всего 2 тура. И уйдет ли Курбан Бердыев или останется у руля нашей команды, узнаем совсем скоро после матча «Рубин-Краснодар». Алмаз Гафиатов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань.